самое экологически чистое жилье на берегу речки Москва-река, сделанное с отделкой, со вкусом. Уже разобрали. Экологически чистое жилье в лесопарковой зоне по умеренной цене. Тихое, спокойное место. Парк. С отделкой. О, птички. Шишки, лес. Живи не хочу. В 100 метрах, даже не в 100 метрах, а метрах 80 проходит Москва-река. Мусор можно выкинуть. Мусорные баки. Красотища. Две трамвайных остановки, автобусная остановка. Здесь даже можно жить всей семьей.